Тань, ты на московской сабле методично с каждым годом улучшаешь свои результаты. На что надеешься в этом году? Выступить еще лучше. Ну, на высокие результаты, конечно, вряд ли, но буду стараться. Все лучше и лучше. Как для тебя в целом сезон складывается? Сезон я только перешла во взрослые фехтовать. По Ю-23 вот была в тройке. Первое место в команде с девочками заняли. По Ю-23 все хорошо, по взрослым трудновато, первый год. А расскажи про турнир в Риме, который ты вот в марте, в котором ты участвовал. Там мы заняли с Женей Карбольной, она из Новосибирска, первое, второе место. Фехтовали в финале. В основном там девочки были все юниорки, вот, мало взрослых было. Ну, не так сложно, как у взрослых. После этого турнира какие у тебя планы потом? После этого турнира будут Евразийские игры в Баку. Будем готовиться к ним. Сейчас для меня это важнее. Ты сейчас готовишься сама или ты просто команду берешь на сбор? Я нахожусь не на сборе, я подъезжаю на сбор, фехтую с девочками, чтобы была боевая практика. Вот. А где я тренируюсь, там мало человек, поэтому подъезжаю. Спасибо большое. Удачи тебе. Спасибо.